Всем привет, я Максим Нинахов, и я защитник ФК «Локомотив». Как я мог колебаться? Это клуб с историей, клуб, у которого много хороших времен и много интересных моментов во всей истории клуба. Я был на отдыхе вообще и узнал об этом там, в принципе, насчет интереса от «Локомотива». Вот. А так, в принципе, я и знал, что «Локомотив» еще зимой хотел меня подписать, но не получилось. Ну, то, что это «Локомотив», и то, что это Еврокубки, соответственно, я сказал, да, там и нет, не могло быть. Мы поговорили с ним, да, когда я только подписал контракт, он мне сказал то, что он рассчитывает на меня, он рассчитывает на то, что я буду биться за основной состав, буду стараться на каждой тренировке доказывать то, что я буду играть в основном составе, ему важна борьба, важен характер, вот, поэтому мы с ним поговорили, он видит меня и слева, и справа в защите, поэтому был такой разговор. С игроками, с некоторыми знаком был по молодежной сборной, такие как Куликов, Рыбчинский. Вот. Ну, а и так на поле виделись и со Смолом, и с Мирончуком, и с Комано, со всеми. Поэтому, в принципе, плюс-минус знаю команду. Команда интересная, хороший контроль мяча, поэтому всегда было интересно играть против «Локомотива». Вот. И я рад оказаться тут, потому что это очень интересный футбол для меня, в первую очередь. Самое тяжелое – это попасть, наверное, в ритм команды, да, и понять философию команды. На самом деле сейчас пока с этим, да, есть трудности, но я пытаюсь, да, все понять. Новые какие-то упражнения, да, для меня незнакомые, поэтому двигаемся дальше, нужно работать. Ну, за первые 3 дня очень тяжелые тренировки и очень интенсивные. Все с мячом. Мне нравится то, что требуется, да, от команды и от игроков в целом. И нужно наигрывать связки, в принципе, да, и поэтому сейчас мы работаем над всеми компонентами, как физическими, так и тактическими. Поэтому целеустремленный, неуступчивый, умный. Понимание тактики, понимание футбола в том, чтобы ты мог сыграться с командой за считанные какие-то недели, да, и тебе не нужна была бы адаптация, потому что ты, в принципе, мыслишь так же, как и вся команда. Уметь находить какие-то правильные слова друг с другом, это, я считаю, все входит в понятие ум. Первое – это, конечно, моя жена, мои дети, моя семья, родители, брат родной. Самое главное, что у меня есть в моей жизни – событие, наверное, рождение моих детей, самое важное в моей жизни. Ощущение то, что тебя дети встречают, папа, привет. Это очень приятно, особенно на играх, когда даже, может быть, ты проиграл, не очень сыграл. Тебя всегда поддержит семья, дома твои дети, и это очень сильно помогает как морально, так и психологически, физически. Ты знаешь, для кого ты работаешь и для чего ты все это делаешь. Ну, честно, пока нет, я знаю Макея. Знаю, что он веселый. Это единственное, что я знаю. Смолов, Федя, тоже веселый, ну, парень. И, в принципе, профессионал своего дела. И, можно сказать, он и веселый, и может быть серьезным тоже в самое время. Болельщики «Локомотива», приятно познакомиться. Я сделаю все возможное для команды, для клуба. А с вас, я надеюсь, будет поддержка команды, и мы будем добиваться с вами успехов.